веселятся. Аня справа. Все бухают. Слушай, же Аня справа. Посмотрите на эти чудные огоньки. Рождество. Да, тут Рождество реально ощущается, праздник. Вот, друзья, вот так надо наряжать елки. А не как в Николаеве макоеды наряжали. Хотя, может быть, в Николаеве тоже будет. Не, ну елка не самая лучшая. Бывали тут и лучше. До Рождества остается буквально часов, может быть, 6. Да. Конечно. А вот. Мы собираемся лететь в Манилу. Будем там уже после Рождества, где-то в пол первого ночи. А, ну, первый день Рождества.